Всем привет! Мы сталкер Lost Alpha. Конвоирую я на базу последнего участника экспедиции, который у нас зацепился в бункере. Ученых уже привел, сделал все. Загорелась даже надпись «Экспедиция завершена». Но Сахарову я ее по-прежнему отдать не могу. Не горит у него только пункт. И, видимо, это какой-то косяк. Я прочитал, пока искал ответы, что и Петренко документы эти отдать не получится в этой версии мода. Вроде бы как 1.4.003 можно отдать, а 1.4.002, 1.4.004 нельзя квест выполнить. Так что я вот этого довожу до базы. Если экспедиция у Сахарова не закончится, я просто попробую лечь спать, потому что он тоже почему-то не всегда ложится. И отправлюсь на болото к доктору. Фиг с ним, с Сахаровым буду с приборами всю игру ходить. Потому что приборы, документы у меня полные карманы. Этих небольших радостей. На удачу, болтик. Это профессор Пирожков. С ним уже все поговорили. Вот ему сдали, получается, экспедицию. Дома? Нет, привет. До встречи, все. Калмык не активен. Никак не влияет. Вот, экспедиция. Завершить экспедицию, поговорить с Сахаровым. Загорелась уже, завершена. Экспедиция завершена. Но здесь она не появилась, то есть это какой-то косячок. Ну, не какой-то, а фатальный, потому что я уже 3 раза ее прошел, эту экспедицию. Вдоль и поперек. Замечательный артефакт, который я первый раз нашел, больше мне не попадался. Тоже до встречи. Пистолет положь, что интересно можешь рассказать. Первые пожарники, прибывшие на тушение реактора в 86 году, ни малейшего понятия не имели о реальных масштабах катастрофы. Они вошли туда без всякой защиты от радиации. Сотни, тысячи людей жертвовали своими жизнями во имя спасения не только окрестностей станции, но и всей Европы, а может и мира. У многих были семьи, дети, родители. Люди против радиации. Величайшая битва в истории человечества. Я так считаю. И величайшие герои. Я полностью согласен. С тобой. Чего стоит только Фукусима, который до сих пор не могут починить передовые японцы. Отстал из Советский Союз. Справился с катастрофой, считай, в одиночку. Неизмеримо больше катастрофа была. Пистолет ремонтировать. Глушителя, да он нам не нужен. Все увеличили, только радиус обнаружения 40 штук, а и плюс еще потом еще 60. Прикольно, но нет. Восстановление сил плюс 2, конечно, прикольно. 8500. А, это 12 штук. За
5 тысяч отремонтировать. Нет, я его еще поношу. И все, вот они, два действующих лица были. Профессор и вот этот... Второй профессор и вот охранник второй. Со всеми всех привел, со всеми поговорил. Доктор морозится просто, как редька. Вот, идите на болото. Пишу и падаю. Ой, админ нажал. Забуриваюсь спать на 8 часов. И утречком, утречком по темноте пойдем на болото. Хоть... Поспали. Поели. На дорожку надо с тобой тоже попить взять. Консерву. По патронам прям очень все мне не нравится, что мне мощное оно оружие, которое мне не очень нравится. Солнышко еще никак пока не стало. Сниму прицел, без него лучше. Куда нам? Нам обойти вот эту яму и вдоль строения вот этого отправляться. А батарейки я взял, запасные 3 штуки. Сейчас расцветет, хоть посмотрим. По сторонам. Где-то что-то пикнуло. Ничего, что в темноте ценного не завалялось? Ну и ладно. Эх ты! Думал по бортику пробежаться. Красава вообще заупорол спину просто с обреза. Прибавим ходу, машинист. С зомбями мы еще по темках не стрелялись. Вон ту, наверное, переход. Только четких моментов они тут придумали. О. На болотах, наверное, тоже будет темно. Но, кстати, болота были самые... В темноте самое атмосферное. О, вон эти чудики прыгают половинчатые. Ёлки. Мы на точке. Зачистить сектор от бандитов. Мы не бандиты. Мы благородные пираты. А в камышах-то прятаться мы не сможем. Лампочку выключи. Сохрани, чтобы мультик не пересматривать.
А где доктор ты? А где ты? То есть? Я ж в камышах был. А сейчас еще эти загадки разгадывать. Да идите вы в баню, что за фигня? Он сказал в камышах прятаться. Вот и нечего сейчас смотреть. Слышь, овца. Запчастей нет, а все туда же. Лапами махать. Ноги уже кто-то ему вырвал. Засрань, ответишь еще? Тебя на аэродроме найду. Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Это хорошая информация. Домик, домик развален. Надо вперед двигать. Доктор, скорее всего, где-то здесь, на островке живет. Я так полагаю, по повадкам. Вижу засранца, пытается удрать. Видишь что-нибудь? Я вижу, что логики здесь нет в этом моменте. Цель потеряна, черт, не вижу ничего. Это не он там? Не он, не он. Да беги, сволочь, быстрее. Чё за ерунда? Цель потеряна. Чёрт, не вижу ничего. Вон же бутылка водки лежит. Я из неё не уйду. Мне еще раны смазывать, которую вы мне сейчас нанесете. Надо попробовать вдоль вагончика туда, значит. Не то. Ого. А вот это лихо. Я, конечно, понимаю, что в вагончике не спрячешься. Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Блин, да где же он? Не здесь, не здесь. О, артефакт. Цель захвачена. Огститесь. Ну да. Ну, плохо сделал. Вот этот откровенно плохо сделали кусок. Цель потеряна. Давай еще круг. Давайте идите уже
Но пока я не дойду куда надо. Берем его! Ведь спрятался, все. Игра должна быть на прохождение, а не на загрузке. Ну? Признали мое умение прятаться? Вижу. Чего они меня не отпускают? Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Опять вспышка. Нет, вот это да. Зеленый паразит. А вон он где, доктор. Сейчас к доктору на карачках. Берем его. Нормально. Мы его, говорит, потеряли. И прилетает тут же ракета. Цель потеряна. Давай еще круг. Цель захвачена. Мне вон туда надо. Бег у меня все стоит, все что можно. Вспышка вот, правда, еще. Ну, давай тогда вместо кровотечения. Берем его! Цель захвачена! Да елки-моталки. Я же не бандит, почему вы по ней стреляете? Блин, да где же он? Берем его! Видишь что-нибудь? Сейчас без предупреждения лупануть. Что выхватил? Радиация минус 3, колючка. Мне бы невидимку, а не колючку. Вижу, засранца, пытается удрать. О! Удивляют раз за разом. Ваше счастье, гранатомет не с собой. Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Отдал в починку. Цель захвачена. Движение прямо по курсу. Там уже хрюкает кто-то. Догонщика.
не добегу. Может, до камышей в камышах спрятаться? Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Хорошая информация, годная. Мы по компасу выйдем, куда нам надо. Еще левушек наберем. И титьки на титька прискакал. А по кровососу не хохо пострелять? По-моему, кровососа тоже вальнули. Вот срань, опять удрал. Да фиг бы вы меня тут нашли, граждане-летчики. Потому что какие вы мне товарищи. Через мостик и в те камыши надо. Вижу засранца, пытается удрать. Логика, ну вернись уже, ну сколько можно? Цель потеряна. То мы тебя в этих кустах не видим, то мы тебя видим. Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Вижу засранца, пытается удрать. Теряйте меня, давайте быстро. Пока я вас не нашел. Эх, неохота сохраняться, потому что... Выйдет какой-нибудь патч, который будет исправлять вот эту ситуацию с сахаром и с документами. И нужна будет сохранялка перед событием, как я сдаю его квест. У меня ее не будет. Так, из вагончика мы бежим. Вот в эти надо кустики. Оп. Не он это. Я уже ушел оттуда метров на 50. Вот срань, опять удрал. Я в вагончике не сохранился. Цель на открытой местности. Блин, да где же он? Ага, если... Правильные кустики садишься, они сразу теряют. Вижу засранца, пытается удрать. Неправильные кустики. Вот как узнать, была бы логика, во всех бы кустах прятался. А здесь одни кусты прячут, вторые не прячут. Логики нет, поэтому...
Плохо это все. Цель потеряна. Давай еще круг. Цель на открытой местности. Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Рыбалка тут как? Никак. Я иду немножко не туда, куда надо, но в целом терпимо. Вот он! Потеряли! Да, как же. Вот им, конечно, за одним человеком гоняться на двух вертолетах. Я ж не какой-нибудь там известный. Нырнул в камыши. Я на сболтике не пожалею. Цель захвачена. Нет, опять не то. Я артефакты ищу, я. Видишь что-нибудь? Эй, это не он там? Не он. Он ушел. Плюнул на все и ушел. Цель на открытой местности. Звук. Терпения никакого не хватит. Смотреть. Цель захвачена. Блин, да где же он? Я артефакт также ищу. Эй, это не он там? Вторую колючку. Да нафиг мне колючки эти? Мне к доктору надо. Блин, тут камышей-то нет. Это вышка, тут не спрячешься. А так доктора капец еще пилить сколько. Движение прямо по курсу. Бегом, сволочь. Нырнул в камыши. Но это его не спасло. Ну как же это тупо. Короче, новая стратегия. Будем бежать по земле и заныривать в камыши, потому что по воде бегает он медленно, и мы не успеваем. Берем его! Ну, потеряли. Опять удрал.
сохранюсь на вторую. Слишком не хочется проходить заново. А то автосейф нажму и грохнут. Да какая же это открытая местность? Цель захвачена. Нырнул в камыши, нырнул в камыши. Прием. Нам через дорогу хотя бы перебраться. Уже солнышко встает, а мы все сидим в мокром болоте. Так болт-то брось, но... Совсем... От страха уже руки не работают. Так, прямо вроде успеем пробежать. Бегом. Нырнул в камыши. Красава. Лягушки, по-моему, чем-то занимаются. Не будем мешать. Маленькому лягушачьему счастью. У нас сейчас... О! Движение прямо по курсу. Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Не смеются надо мной. Артефакты лежат как раз в том месте, где меня видят вертолетчики. Ну, пошли отсюда. А вот это вообще сильно было. Дай думать, постреляю по лягушкам. Цель потеряна. Черт, не вижу ничего. Теперь кристальная колючка. Телепатия плюс 30 защиты, радиация минус 15. Не зря. Не зря побегали. Движение прямо по курсу. Я слышал слово «отставить». Сволочи. Каянные. До них только дошла информация. Ой, какой хороший рассвет. Когда его вживую встречаешь. Доктор у нас где-то вон там. Наверху вряд ли что-то будет. Тайники нам неизвестны, поэтому пойдем. К доктору. И холодец, и огонь, и все, что хочешь.
кровосос, кстати, в этот раз что-то не попался. Целое поле холодцов. Ага, граница. Да, слышу, не заливаться так. Все под контролем. Вот такая аномалия. Болтик к нему бросаешь, он аккурат через минуту выскакивает уже с какими-нибудь свойствами. Полезными. Вы офигели растяжки ставить? Вот же колышек стоит. Башка. Капец, а тут минное поле. Но я, по-моему, уже его разминировал. Сейчас посмотрим, что за умники тут болото минируют. А, это не, кстати, доктор Тавон, это какие-то офигевшие типы самодельщики. Кто командир отряда? Новичок, одиночка, друг. Офигеть, вы друзья. Батон, гармошка. Спасибо, доктор, спасибо. А у вас, кроме водки, ничего нет? Ребят, вы офигели подходы минировать? Чтобы речки и лес рядом. Водичка нужна. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Чё ты говоришь такое? Это ж скукота. Кроме жены никаких чудовищ не будет. А здесь и радиация. И мутанты. И артефакты. Доктор, я иду. Ставь самовар. Они стреляли, причем в меня в научном костюме, в вертолетчике. Жабы слепошары. Слава богу, тише. Кажется, патруль подоспел вовремя. Было бы лучше, если бы их вызвали пораньше. Как ты себя чувствуешь, Стрелок? Отлично себя чувствую. Я беспокоюсь о тебе. После всего, что произошло, я и не представляю. Тихо. Ты слышишь? Что? Я ничего не слышу. В кастрюлю кто-то стучит. Время обеда. Нанюхались болотных газов. Это я вам точно говорю. Ты вот этим лечишь? От всего сразу? Не удивлюсь, если у тебя гильотина на заднем дворе стоит. Боже, думал, ты совсем рассудок потерял. Пришлось уложить тебя в постель, дать побольше моей травяной настойки в надежде, что ты поправляешься. Что случилось? Что ты видел во сне? Я видел что-то очень странное. От этого лекарства у меня все в голове перемешалось.
Моя настойка может вызвать странные сны, не поддавайся им. У меня есть и другие таблетки, но тебе я их не дам, потому что ты себя плохо вел. И, кстати, почему ты здесь? Мне нужен твой КПК. Доктор, вы точно доктор? Да, я доктор. Я все время поддерживал контакт с нашей группой, так что знаю, где их найти. Я сижу с клыком, постараюсь разузнать, где скрывается проводник. Это хороший шанс вновь отыскать призрака. Скверные дела вертятся вокруг этого кристалла. Редкая вещь. Его кристаллики используются для починки ПДА и другого тонкого оборудования. Вот такой артефакт выкрали у сталкеров. Призрак там был, но его ранили. Группа наемников заварила эту кашу. И насчет, как насчет того, чтобы отправиться в свое старое укрытие и поговорить с призраком? Может, он тебя просветит? Укрытие? Я вообще не помню, где это. Чертова промывка мозгов. Я тебе вставил не ту плату, но думаю, тебе понадобится время, пока память восстановится. Мы обсудим все позже, не беспокойся, отмечь тебе позицию призрака. И вот платы, которые нужны Сахарову. Оденьте к столице, встретиться с доктором, найти призрака, поговорить. Сообщение. Привет, я призрак. Я нахожусь на восточной стороне в подвале возле заброшенной деревни. Попытайся добраться туда живым. Спасибо, доктор. Я немедленно выдвигаюсь к призраку, а когда вернусь, ты расскажешь подробнее о том, кто я на самом деле. Ремонт. Доктор, отремонтируйте меня. 6800. Но тоже, где логика? Костюм стоит 44 тысячи. 6800 это практически 7 тысяч. Ладно, хрен с ним. Стрелять мы не стреляли. А, нет. Я посмотреть только. 25 тысяч. А у этого подешевле, смотрите-ка. Давайте 25 тысяч потратим. На радиус обнаружения. Доктор нам друг. 37 тысяч, может тогда и 7,5. Единственный минус, если я куплю и мне понадобится... Вон те лекарства от вируса. По 16 тысяч у меня не будет денег. Но будем знать теперь, что доктор нам, если что, починит. Спасибо, доктор. Я немедленно выдвигаюсь к призраку, а когда вернусь, расскажешь подробнее. То где что. Ну-ка, наш мега-прибор. Ё-моё. И чё, можно взять? И противогаз, и аптечки, и антиродин. Нет одного. Что нам надо? Это вот лекарство от вируса. У меня их 8 антиродинов, но хватит. Доктору ещё... целое болото лечить. Может, колючки он у меня купит по хорошей цене еще. А, у него ремонт, фу. Без торговли. Вот так я себе представляю операционные. И, наверное, на солнышке там инструменты висят. Ох, 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 хорошо как. Колесная лодка. Призрак на этой локации. Нет. Армейские склады. Через Припять к нему идти. А это куда? Чернобыль, нет, он до нам рано. Жажда мучает. Конечно, мучает.
Ёж как лошадь. Пойти прогуляться по болотам до мертвого города. Вот так через болото прям найти. Выйдем, попробуем. На дорогу и... телепорту. Лягушки, что ли, попрятали все артефакты. Прячется от нашего удивительного радара. Ходу. А, это эти беспонтовые. Так. По-моему, порося в воздух запускает. Сюда же я бегу, да. По Припяти тоже должны спокойно пробежаться. Может, там негодяев стреляли. Ни одного артефакта. По-моему, док поломал нам. Протер спиртом не те контакты. Я по кустам прячась больше нашел. Ладно. Посмотрим, что новенького в городе. Надеюсь, пройдем мы. Нам по главной? Ага, мы тайничок сейчас заберем. До третьего перекрестка идем. Располагает прогулка. Можно погулять, порешать в уме дифференциальное уравнение. По-моему, грави, да? Выбер. А, стоп, мы же отсюда, по-моему, сбежали, всех не добив. Ну, будем осторожней. Это кто там? Оба-на! По ногой в челюсть ты не хочешь? Так, я все понимаю, кто еще кричит.
Кровососы фиг с ними. На крышу надо. Ему пофиг, что я стреляю. Сейчас не могу стрелять. Надо. А как забраться? Контролер где-то. Только сверху прыгать, что ли? Ну, вас нафиг. Ага, контроль, контролер. Ёлки-палки, огорожены. Культяпки прибери свои. Товарищ Ульянов Ленин. Методов. У вас методов. По-японски кто-то спросил. Это меня кроет, надо по-быстрому отсюда смываться. Еще в радиацию полез. Сколько до выхода? Чуть-чуть. Собакин, ты-то что тут? Кстати, доктор просил хвостик псевдопса. Я не понял. Ты бессмертная, что ли? Хвост есть? Без хвоста. Психопинчер какой-то. Я отсюда не уйду без хвоста. Вы или там где-то доставайте, или давайте кто-нибудь с хвостом подходите. Я видел, что вот. О, там зелененький, там наш. Пойти предупредить, что контролер в городе. Оба на бюрор дошел. Ты вот че тут? Тоже обычные собаки. Вон он бежит.
смеешься надо мной, что ли? Го! Не до тебя, вали отсюда. Под... Хотел сказать, под мостом какой-то пипец творится, так и есть. Кабаны с плотями дерутся. Ну и ладно. Мы в чужие развлечения не лезем. А проход-то тут есть? Что-то засомневался прям. Под мостом, наверное. Интересно, где она увидит? Внизу он там. Вон она лежит. Тихо, тихо. Нашли. Блин. Эх, ничего новенького. Ночная звезда. Все, стадо разобралось? С этими животными проблемами. Нам за мост. Фейерверк. Никто не оценил. Даже плоть, которая по молнии по заднице сверкнула. Тифяк какой-то прыгает, да и пусть. Прошли с приключениями, но прошли. Надо было, кстати, посмотреть, что там, где зеленые точки, кто это был. Что-то я их упустил. Армейские склады. Нам куда-то вон туда надо. Уже пора заканчивать, ну давайте до призрака дойдем. И в следующий раз уже начнем с разговора с ним. Наверняка что-то интересное расскажет. Деревня какая-то подозрительная, на ком-то сработка. Нам, наверное, в тот лесочек.
капли. Че, она не поднялась? Нет, поднялась, просто, по-моему, такая же лежит. Что-то интересное было. О, неужели второй раз выверт? Получается, да. Мне показалось, она светилась, как белое солнце. Ёжик. Нет, не ёжик. Гравий прыгал, выглядел как ёжик. Ну все, здесь закончим, потому что вот он совсем рядом. Может, правда, как, ну, судя по тому, что я вижу, колючую проволоку, где-то выход, вход, вернее, где-то хитро придется искать. Займёмся уже в следующий раз этим. Набегались достаточно, в кустах посидели достаточно. Спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. А, вот. Светящийся, скорее всего, поэт. С точки зрения сталкера мы программу минимум выполнили. Много всего насобирали.